Участники престижной велогонки Гран-при Сочи уже приближаются к финишу первого этапа Канапе. 130 профессиональных гонщиков стартовали сегодня с Пушкинской площади в Краснодаре. Общий призовой фонд одной из старейших гонок мира – 28 245 евро. Впрочем, крутят педали спортсмены не за призовые, а за очки. Они позволят велосипедистам участвовать в континентальных гонках. Мария Фалькова пожелала удачи велогонщикам. В этом году погода, судя по всему, приготовила небольшой сюрприз для гонщиков. Крутить педали при таком ветре непросто. И все же большинство спортсменов рады, что на Кубани всего лишь просто ветер, а не дождь и тем более не снег. Сильные порывы даже в помощь одному из самых титулованных участников Гран-при Сочи Ивану Ковалеву. Если Ваня, конечно, не шутит. Эйфории нет, потому что анапский и, вообще, в Краснодарском крае настолько сильный ветер, что может сдуть в эйфорию после первой же гонки. Тут надо быть более сконцентрированным. Эта гонка для многих первая в сезоне. Получается, хорошенько разогреться на шоссе удастся лишь через несколько десятков километров. А всего проехать нужно 885. Немало. Впрочем, большинство велогонщиков с особенностями дистанции уже знакомы. А вот этот спортсмен и вовсе о веломногодневке знает все. Ну, вы победитель Гран-при Сочи 2013. Сейчас на вас конкуренты, как-то по-особенному смотрят. Ну, со счетов лидера не снимают. По-любому смотрят. Сегодня первый день. Посмотрим, как оно дальше будет. Еще впереди 6 дней. В кулуарах континентального велоспорта уже обсуждают главных фаворитов и соперников Гран-при Сочи. Без сомнений, это Иван Ковалев. А еще Виталий Буц и его преследователь в году прошлом. Серебряный призер гонки россиянин Максим Разумов. У этой пары хоть и отношения дипломатические, но в спортивной дипломатии процесс соревнований еще никто не отменял. Мы вчера уже здоровались, общались. Ничего, нормально, все готовы, настроены по-боевому. Готов я хорошо. Сейчас проехал ряд гонок за границей. И, в принципе, форма у меня подходящая, чтобы выиграть. В этом году количество российских велокоманд увеличилось за счет сборной Крыма. Правда, крымские спортсмены пока не очень-то мотивированы на серьезные места в этой велогонке. Готовы мы так себе, а там уже пойдет, как пойдет. В шестидневный путь за медалями отправились 130 гонщиков. Впереди тяжелейших 6 этапов, непростая для зарубежных велогонщиков российская трасса и непростая задача для всех – найти суперконцентрацию для победы. В этом году легендарной велогонки Гран-при Сочи исполняется 60, и тем престижнее становится победа для спортсменов. И за победными эмоциями мы будем наблюдать уже ровно через 6 дней здесь же, на Пушкинской площади в Краснодаре. Мария Фалькова, Виталий Воронков, Вести Кубань, Краснодар.